Інтерту – твій інструмент. Игра была равная, такое, первых 15 минут они владели, потом больше. Мы взяли инициативу, забили гол во втором тайме. Тяжелее стало играть, потом в добавочном забили гол, дожали все-таки. Играли в большинстве, думаю, заслуженно. Конечно, доволен. Каждый гол, он больше дает уверенности, придает больше сил. Будем стараться, чтобы больше забивать. Уже давно не выигрывали, хотелось уже самим уже выиграть, чтобы почувствовать уверенность какую-то уже определенную. Ну, настраивались, ну, как бы говорят, красивая игра, ну, а мы за счет желания, за счет самоотдачи старались, хотели выиграть и, считаю, добились положительного результата. Как считаешь, удаление сильно повлияло на итоговый результат? Можно сказать и так, но на поле оно как бы не сильно чувствуется, что как бы одного игрока не хватает. Ты играешь, ну, нету разницы. Хочу поздравить ребят с победой сегодня. Проявили, наверное, свои лучшие качества. Отработали от и до. Вот. Наверное, только таким образом самые ценные, остающиеся в памяти победы у них, так как они ребята молодые, достигаются на таком желании, характере, бойцовских качествах, плюс демонстрируя дисциплину и при этом еще неплохой уровень футбола.